вашу квартиру. Будет в произвольной фирме, форме, то есть акт ремонт-передачи. Вы осмотрите свою квартиру и говорите, совсем согласен, окно разбито, там, то-то сделано, вот тут там стяжка с трещиной. Пишите ему и даете под роспись. Желательно в двух экземплярах, чтобы он поставил, этот обученный человек, свою роспись, чтобы это было для меня, чтобы я оценил качество его работы. Вы понимаете, да? Он исправляет эти все недоделки. Там, дается, ну, сколько там, в зависимости, что там не так. Он, вы говорите, да, окей, все. Подписывайте этот бумаг, что претензий не имеет. Потому что вы завтра зайдете, разойдете свое окно, все, претензий не имеет. Все, заключили, ну это все параллельно делать. Заключайте временный договор с ЖЭКом, зафиксировали показания электрического счетчика. Все, заходите, пожалуйста, делайте. Там включим один лифт, ну все лифты не будем включать, не будете ним пользоваться для вас. Это все будет после 20 июля. Я ж не шучу. Все вы уедете садить огороды, я тоже. И потом, как только соберемся, после первого. Все рабочие лифты. Ну как, а что же они рабочие? Если они новые, что же они ранее рабочие? У меня цены подключены, не слушайте, что говорят на улице. Ну пожалуйста. Ну, все лифты рабочие, везде, и в соседних домах тоже. Если ЖЭК потом уже руководит и говорит, вот этот отключите, пытается на этом экономить, то это проблемы ЖЭКа, ну нет. Но у вас другой же. У вас коммунальное предприятие. Скажите, а когда придет отопительный сезон, в случае, если у нас возникнут проблемы, это получается уже только наша ответственность? Ну, когда мы приходит отопительный сезон, мы начинаем запускать отопление в доме, который только первый год эксплуатируется. Заметьте, первый год, не каждый. Мы сделаем объявление, то есть на тот момент будет оно запускаться будет по стоякам, то есть там, один стояк там кто-то, правильно ли так? Да. То есть желательно, чтобы все были дома. То есть, все там за неделю, с такого-то числа запускаем это. Вы собрались, мы запускаем, ну все, смотрим, чтобы было все нормально. А если не нормально? Ломаем дверь. Хорошо, а скажите, пожалуйста, а если к тому времени уже, допустим, сделал ремонт, да, из потолка начинает капать? Ну я что могу? Или батарея? Ну и как она начнет капать, если там мы будем ремонтировать? Там перекрывается на этаже эта квартира. Скажите, пожалуйста, а вот вы говорите, что уже была, проверка, да, была проверка, вы сказали, отопление, правильно? Там все отопление проверяется. А это где-то зафиксировано бумажкой? Да, была проведена проверка, есть да, как бы это, ТРО, есть документы. Это есть акт на выполнение работ, который подрядчик подписал с нами, что он все работы выбрал качественно, технадзор поставил свою печать, за это отнесет ответственность. И они проверены. За это они получили свои деньги. Додатково ще они воздухом проверяются, воды там не будет. В міської мережі, тобто всі виконали. Момент, пока вы будете заходить. Момент по поводу отопления, вот я не знаю, в оранжевом доме, допустим, батареи, которые возле лифта в коридоре, в общих помещениях. Украли? Их там нет. Я объясняю, ну это же известная история. Вот этот ЖЭК, который смотрели этот дом, мы говорим, вот есть батареи, вам ставить места общего пользования или передать, вы сами будете ставить по мере заселения, ну, как бы, вот, чтобы не разворовали. Говорит, да, мы давайте примем. Приняли по акту прямопередач. Мы передали им батареи. Ну, дальше. Ну, их там нету на месте. Вам хотите поставить? Давайте поставим. Мне сейчас не холодно, я имею в виду подходить. Я думаю, что пока ставить не надо, потому что ваши застроители украдут эту батарею, или его возле вас украдут. То есть потом поставят, да, сезоном, да? Ну, я бы сделал бы так. И даже не передавал бы Жейкова, а пока оставил бы их у себя, вот запитали сезон бы их поставить. Также там, если есть вопросы по счетчикам, электрическим, тепловым, все будет выставляться, вот вы будете заходить проверять, чтобы там стекла не разбиты, и говорить, ставьте счетчик, мы поставим. И с этой минуты вы их несете ответственность. Если вы украли завтра, вы украли все у вас. Все счетчики ставят же? Нет. Не, мы ставим. Мы ставим. Ну только вы говорите, ставь, и вы пишете, что счетчик у меня есть. Если вы говорите, ой, украли, я говорю, а можно этот вопрос подробнее? То есть кому я это говорю? Ну, через сколько приходит человек? Нет, это вот когда вы приходите вот к этому человеку, который вы пойдете проверять квартиру, вы пишете ему заявление, ставьте счетчик. Он поставил счетчики, и вы пишете, все счетчики на месте. Как бы я делал на вашем месте. Ни в коем случае счетчики отопления не ставил.
взял бы их себе, расписался, что я счет изберем, претензий не имею, окей, они у меня есть. Понятно, потом поставить. Ну, конечно, потом взяли и поставить. Потому что если поставить я сейчас, их украдут. Если я вот на поминке был у родителей, да, и смотрю, вот смотрите, памятники лежат, ну, город Кременчук. Из-под памятника швеллер вот этот, что ставится, то вытаскиваем, и все. Так что мы говорим за счет, и вообще святого ничего. А пломбировка счетчика как-то? Они попломбировали. А с электрическим как вот это отопление понятно? А электрическое, мы же подали электричество, ну, уже хоть кого-то убьет, если же упадет. Ну, убить не убьет. Там убьет. А такой может вопрос, может, к техникам, по поводу, вот, пятый дом, идет силовой кабель в сторону стройки, вот тут тоже вопрос возникает. Да. Это временный, не временный, потому что сказали, временный, уже питание есть, его уберут, но он висит. Просто вопрос в том, чтобы не получилось... Это временный. Вот, да, не да. Вопрос в чем заключается, чтобы потом не получилось, что мы будем питать стройку. Нет, боже, господи. Да у вас вы же платить будете по счетчику своему. Понятно. Более того. Понятно, но если будут перенагрузки, и на стройке начнут там пользоваться оборудование. Олег, что это за кабель? Это время там... Что за кабель, объясни мне простыми словами. Куда это? Куда он идет? Он идет на осветление. Там что есть КТП? Идите на осветление, на блокированный кабель на осветление. На момент, пока вы будете закрыть свою квартиру, этот кабель я уберу. Скажите, еще вопрос такой по поводу придомовой. Так как сейчас оградили синим забором, получается, за пол желтого дома, пятого, который, там, грубо говоря, все разрыто. Раз, никакого ограждения, и почему так вообще сделано, почему не сделано? Почему? Забор прямо в дом стоит. Половина оранжевого дома находится на строительной площадке. Смотрите, давайте сделаем следующим образом. Давайте договоримся после праздника, какого там, Олег, у нас, что за день недели. Я приеду к вам туда на дом, соберемся и посмотрим. По проекту там еще меньше нужно делать благоустройство. Посмотрим, как лучше вам там стоянку сделать. Ну, как-то у нас фото есть. Это может быть сейчас. Сейчас это могу показать. Того, как... Да нет, ну я не люблю, я хочу на месте. Или я сделаю все по проекту, тогда не буду ездить. Или давайте соберемся, сделаем так, как вы хотите. Нет, просто вопрос в том, что выходит ребенок, и тут сразу забор и стройка, понимаете? Давайте соберемся, посмотрим. Я думаю, что... Скажите, когда... Значит, так почему так оградили? Значит, так оградили. Скажите, когда... Понедельник. Понедельник, Липинка. А может, перед Липинкой? Перед Липинкой. Давай часов 10, наверное, да? Или 11? 10. Что-то, ничего нету. Липинка пол первого. Чего, а? Пол второго. Пол второго. 12.